Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Трэго. А мне семечек. А мне... Ребятушечки, всем здравствуйте, с вами расхититель мусорных баков. Сегодня буду рыться в помойках, показывать, что там можно найти. И буду рыться не один, а с очень прикольной такой девчонкой, своеобразной, ну, в смысле, припизнутой, ой, ну, чуть-чуть, ой. Здравствуйте. Привет. Типа мы это только встретились, да, уже в перчатках. Ирина, у тебя же и канал на Ютубе есть. Да, есть и канал на Ютубе у меня есть. Представляете? Вау. А где ссылка? В описании. Понял. А кольцо это что? А это вот, чтобы пристегиваться куда-нибудь. А, понял. Шубка классная, образ офигенный, именно для помойки. Самое то, что в баки запрыгивать. Шуба, платье, сережечки. Ну как на свиданку собралась? На свиданку с кормей. Лицами, да? Там он пакет шматья, я запрыгиваю, а ты по бороде, потому что ты в шубе, вот это да, все. Да, я по бороде, я просто смотрю. Смотри, о, что видишь? Всего. Ну, вон лифчики, я вижу трусики всякие, вон что я вижу. Сейчас достану тогда тебе парочку трусов. О, бля. Так, что у нас тут? О, вот тебе благодатные трусики. А ну, проверочку пройдут. Ну, чуть-чуть с выделениями. Вот желтое пятнышко. На, Ир, перебирай. Вау! Интересно, как это пахнет? Нормально, кстати, пахнет. Пиздец, на дяде не воняет гнилой? Не знаю, мне вот это вот нравится. Смотри. Угу, миленько, да. На еще. Так, курточка. О, так вот сейчас тебе в помойке рыться. Бомжарская как раз подстит. На. Да ты можешь сразу переодеться. В общем, Ира у меня заведует шмотками. Главное по шмоткам. На, перебирай этот пакован. А я технику поищу. Ну да, так поинтересней. Прям как бомжиха уже. Все, не выделяйся больше. Одевайся соответствующе на помойку. Надо одеваться как бомжиха. А то люди смотрят, думают, что за дама в шубе. Нифига себе, ребят, пупырка. Целый рулон для упаковки посылок. Да вообще песня. О, в машину все влезет. Ой. Это какой антистресс? Это можно сколько вообще лопать ее? Это какой антистресс? Это я для посылок буду использовать. Может, мусор выкинем? Может быть. Вот, ребят, прежде чем находки взять с помойки, надо еще и свой мусор выкинуть тоже. Так, что тут у нас, ребятки? Сейчас уже так пасмурно, дождик капал до этого. Ну так, моросил чуть-чуть. А у нас тут, опа, кстати, в этой коробочке что-то прям, о, что-то тяжеленькое. Нифига себе, сколько лимонов. Так тут вообще повыбирать можно. Вот, допустим, к чайку. Вот лимон вообще целый. Вот этот лимон хороший. И вот этот лимон тоже шикарный. Да, ребят, на находочке мне сегодня прям везет. Ну и не только тут. На GTX везет мне весь день. Более того, даже есть у них колесо с бесплатным балансом каждые 15 минут. Да-да, это вам не просто лимон из помойки собирать. Это намного круче. Можно играть через бота, даже не выходя из Телеграма. И через бота можно еще получать кучу промокодов на реальный кэшбэк на баланс. И много других плюшек. А по промокоду, ребят, Штребух, вы получите еще бонус к пополнению 30%. Также пополнить кошелек можно криптовалютой от 5 баксов. Самое главное, что у GitX есть хорошая репутация. И не забывайте, ребят, что это не способ заработка, а просто способ хорошо провести время. Так что переходите по ссылке в закрепленном комментарии. А я поехал пить чаечек с лимончиком. Ой. Гуччи висит, там я вижу. Гуччи висит? Конечно. Да помойка сытнейшая. Это же на этой помойке-то сумку Кельвин Кляйн нашли, которую я Ире подарил. Ну и где ты тут Гуччи нашла? Я туда тебе иду показывать. Ну это не Гуччи, ну но пойдет. Даже не поюзанная. А, респект, ну, эта фирма, нормально. А вот... Сумка хорошая, можно продать. Ну, так, налетела можно. На шмотки. Ну, там да, можешь да. Ты повернуться. Что тут, мэн? А, да это Биба дермантиновая. Ноунейм? Откуда ты эти слова знаешь? Откуда? А что такое кринж? Ну, типа стыд. А, респект. Ну, типа уважение. Краш. Ну, типа тот, кто нравится тебе. А я краш или не краш? Я кринж, вот что. Я краш или нет? Ты, да, краш. Для кого? Для всех. Ну, респект.
Йоу. О, здорово. Привет. Да вот конкурентку поймал, роется в помойке. Что делать с ней будем? Накажем? Жестко. Я предлагаю отодрать. Слушай, у меня фотоаппарат есть. Посмотришь, возьмешь? Да. Идем. Ничего себе, давай иди. Он мой будет. Два фотоаппарата. Ну и все. А далеко идти? Я вообще более. Подруга твоя? Да. Сыктым, бля, буду делать, бля. Амкиряк, бля. А кичкине ам или катте неизвестно. Надо проверять. А откуда? А чё ты тут не живешь? Тут кровать можно поставить, жить. Не дают тут жить? Вайскай, бля. Эмингескай. Ой. О, вот это надо мне. Удлинитель надо. Ай, нахуй. А, похуй, беру, бля. Угу. Угу. О, этот отключился. Это LG. А, не, Samsung. Батарейку поставишь, блядь? А, о, этот включился. Не работает. Да можно фотки делать. Батарея разряжена, пишет. А зарядки не было к ним? Вот заряд. О! А двоих. Один такой, один такой. Яхщибуля. Да. Неде. А это шо у тебя? Все с помойки? Бери отсюда, что тебе надо, все остальное я заберу. Смотри, тебе что надо? Все мне надо. Отвертки, все надо. Мне целый пакет надо. Что там есть? Вот это надо радио. О. Капец, это то самое радио на наушниках. А ну капец, у меня в детстве такое было. Это имба. Это тоже. О, вот это прикольное. Триммер. Вот угу. Ага. Вообще ништяков много. О. Powerbank. Не работает. Все, есть. Вот даже он подзорная, это лупа. А это что? А, это Кантор. Батарейки нет. Угу. Рыболовные весы. А, вольтметр. Нифига. Угу. О, отвертки. У меня там еще S сел, упал. Да кидай, похуй, я это все на барахолке по 10, по 20 рублей продам. Да. Ты ж был на рынке, на уделке? Нет. Сколько вот за это все дашь? Да, 1000 рублей дам. О, бля, какой тысяча. Ты че, бля? Чё? Нормально. Эти фотики, они дешевые, они хуйню стоят. А это все по 20, по 50 рублей я продам на рынке. Мне ж тоже заработать надо. Блядь, давай, давай хуй с ним 1500, но не больше. Нет, 2 это много. А я с этого, блядь, 3000 не сделаю. Если, вот смотри, я тебе 1500 даю, допустим, да? Я 3000 рублей, ну, может, сделаю, но это каждую вещь там надо продавать. Я ж все в кучу, нахуй, на рынок. Я не буду заморачиваться. Блядь, 2000 это, ну, по цене. Ну, блядь, там... Давай, похуй, давай 2000, давай. Ладно. Только ты, блин, это, копи мне эту всю хуйню. Кормилица, конкурент. Может помочь тебе, я не знаю. Ребят, подъехали к помойке, короче, а у Ирины из-за ветра лицо волосами закрывает, она не может в помойке рыться. Пусть это решает вопрос, ветер сильный дует, how do you doing? Но тут я вижу фильтр для воды, вот, вот памятник в виде веревки с узлом, кстати, очень правильным. Как это называется? Для определенных целей. Ну, это узел морской, чтобы затягивать. Да, бери. Спасибо. Кидай. Короче, ребят, отвлекаю ее как могу, чтобы залутать вот этот пакет. Бля, что-то нашла уже. У тебя тут запасы мыльно-рыльного. Сюда. Ой, смотри. Нифига, новая брошь. Обалдеть. Ну ты мадам Брошкина теперь. Вот тут еще смотри. Там еще смотри. Во. Смотри. Опять сникерс. Сникерс, ни. Смотри. Смотри, аниме. Аниме. Ой, блядь, аниме. Ребятки, аниме. Кто знает, что за аниме вот это? Она крак так тик-так. Вот такое аниме. Название она крак
Тик-так. Вот так выглядит, блин, красиво. Короче, она тут у нее по женскому плану, там, тюбички эти, косметики, хуйни. Пусть ковыряется, а я вот лучше сюда, в королевскую, запрыгну. Опа! Ну, мясорубка. Ну, кстати, состояние нормальное, но брать не буду. Она просто продастся за копейки. Голяк ебаный. А, нифига она. Да ты бак перевернула. Мне просто неудобно, мне руки не достают. Ну, кстати, хороший лайфхак. Это что такое? О, для макбука это нижняя крышка, нижняя. Это этот. Лакрица, ты да. Нет. А вдруг это для лечения геморроя ванну вставлять? Ты все в рот берешь. У тебя привычка, конечно, хорошая, да. Любишь в рот брать все, что попало. RGB лента была где-то когда-то. Вот эту вязаную хуйню давай сюда, или она тебе надо? А ты повыбирала? Вот это зачем тебе? Тебе пригодится. Для гостей. Для гостей. Надо. Мне на хату гостевая щетка пригодится. Вот это я люблю, кстати, вот это вот. Смотри, professional makeup. Нюкс это хуйня, вот нюкс. Жувачка. Женщины, кто вот разбирается? Это дорогая кузьми. Нюкс это как стоит? Много? Угу. Нюкс фирма, вот эта хуйня, вот эта мелкая, 1000 рублей, наверное, стоит. Бусинки. Давай на стрим наклеим, это на лицо можно. О, нифига. А это можно на клавиатуру, на чашке клеить бусинки. На что угодно. Хоть на хуйню. Я понял, Dolce Milk, вот. Смотри, это дорогая хуйня. Да, да. Dolce Milk, это косметика. Вот сникерс, пластыря. Имба. А что это? Хрен знает. А. Игрушка какая-то. Нормально. Вот это анальную хуйню возьму. Вот, и я хочу это. Что написано? Школа. Школу. Школу. Люблю школу. Люблю школу. Школу выживания на помойке. Ого. Царство находок прям. 3 бака. Сейчас вот эти 2 залутаем. О, детское кресло вот это вот в машину. Ой-ой-ой. Неплохие размерчики для Иры ТВ. А ну, может быть, вот этот? Да, вот эта форма как будто классная. Сейчас блиц-опрос ей устрою, ребят. Какой размер ей бы подошел? Вот это или это? Так, я смотрю, вы продуктов, девушка, с помойки набрали. У нас блиц-опрос. Что вы выберете? А, все, я понял. Держите, да, это вам. А это вам. Трюфельная конфетка. А, спасибо. А я вот потом вижу. Трюфель обожаю, вкусно реально, да. Мне нравится. Почему любите есть еду с помойки? Очень бесплатно, потому что кайф. Все. И так необычно, вот не знаю, что может быть вообще. Такой рандом. Фиксирую информацию. Подъехали к помойке. Ирина уже пытается ко мне плотно подкатить, пытается, говорит, может тебе машину подбодрить, чтобы ты со мной сошелся или что. Чтобы удобнее было, не холодно ездить на помойке. А, чтобы по помойкам ездить? Да. Ты хочешь купить транспорт нам, чтобы мы рылись в помойках на нем? Да. Ну, давай. Только это 1200, 150 минимум. Но я тебе могу поскидывать технику хорошую. А у тебя прав нету, да? Ну, у меня зато есть. Технику. Да ебаный утюг, блять. Ебать ему жопа. А, он просто в накипи. Не, неплохой, он хороший. Можно почистить чем? Ты содой чистишь? Почистить, да. Чищу я залупой. Ничем я не чищу. О, коврик классный, постираю. Я просто утюги беру как есть. Но могу протереть и на барахолку. Они уезжают, потому что они за копейки все продают. Ну, за 200, да, может, его купят, этот утюг. 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 Так, 2 коврика для мышки сегодня нашли уже, блин. Нафиг их столько выкидывают. Ну, это рэп. Эта жизнь превратилась в рэп. Ебать, меня боги услышали. Это от комаров? Это техника. Мы нашли технику. А я йогурт нашла, он вкусный. Он не просрочен. Да, берем.
Ребятушечки, я взял себе транспорт для помоечки, чтобы находки перевозить, вообще вместительный. И подъезжаем мы сейчас к помоечке, я там уже увидел какой-то инструмент. Так, машина, надеюсь, сильно не покатится, просто ручник не работает. Все, погнали. И, кстати, вам сейчас машину покажу. Такая, это Kia Carnival 2003 года, очень вместительный минивэн. Короче, места дофига. Находки теперь есть куда складывать, и можно с помоечки вообще жадничать и брать вообще все. Вот тут я увидел какой-то кейс от инструмента. Сука, ну его там нет, это пустой кейс, он, к сожалению, никому даром не нужен. Ну, так положу, может, кто заберет все-таки. Так, ой-ой-ой-ой, ребят, это то, что мне надо как раз. Конкурентов гонять. Тут вообще тема. Тут это не... Ира, это кнут для воспитания, воспитательный. А ну... Охренеть, вот это кнут, ребят, мощнейший. Помоечка дарит БДСМы. О, нифига. Паста, зубная сплата, винтажная курточка. Вот такая курточка. Вообще прикольная. Ну, штаны Фила какие-то бомжарские. Так, короче, надо вот это забирать, и в бак этот я буду залазить. Так, а куда это все складывать? Сейчас надо пакет какой-то найти. Вот, допустим, чистейший бумажный пакетик из Спортмастера. Кнутик, кстати, вот это ставлю себе, пригодится конкурентов на помойках гонять. Вообще имба. Кнутик берем. Так, ну в бак вот этот однозначно надо залазить, там помоечка прям одевает, это видно, чувствуется сразу. Что-то я пропустил в капкуте, а вот там вот шмотки, их нельзя пропустить. Я смотрю, там даже есть какой-то пледик, вот пледики я люблю, кстати. Вау, такие пледики люблю вообще, он даже не воняет. Футболка модная. Ир, возьми пледик. Вообще имбовый пледик, согласись. Вот эти накладки на сиськи, слышишь? А? Тебе на накладки на сиськи. О, да, да, да. Так, что тут еще? Вот какой-то платочек новый. И вот футболочка интересная. Оу, это BMW Автомотив Apparel. BMW M3, футболка, нифига себе, ее постирать. Ребята, кто шарит, это мерч BMW или что? Вот значок BMW, вдохновленные автокультурой. А, ну это какой-то уличный бренд для фанатов BMW. Но я вот не зря сюда залез, конечно. Тут и носочки вот хорошие, с зайчиками такие, плейбойчики. Для... Вот они чем-то занимаются. Ой, да тут вот еще пакет шматья. Короче, это вещевидная помоечка. О, всякие уголочки, а там какая-то... Ну, вот здесь я повыбираю то, что мне надо. Так, нифига себе, вау, смотри, какая футболочка, смотри. Чикаго, вообще, Чикаго. Так, мне надо куда-то это складывать. На, ты складывай в тот бумажный пакет. О, шприцы, ребят, вот это очень вообще опасно. Директор мира, носочки. Так, слушай, я их вообще заберу. Мне вообще похер, я их отстираю. И носки возьму, я их отстираю. Ничего не будет. Вот трусы брать не буду. От них даже яйцами прелыми воняет. Так, смотрим дальше. Вот смотри. О, Cartier, Bugatti, что это? О, очки, вау. Такие большие, прикольные, в чехле сразу. Да, пойдут. А ну помери, это женские же. Но это не под твою голову, конечно. Ну, в принципе, норм. Да, закидывай сюда. Так, на. А нифига, какой котик топовый. Это же Барсик. Вообще топовый Барсик. Это модная игрушка, ребят. Смотрю, какой котик красивый. Ну, забираем. О, вот такая кепочка. Тут еще вот новогодний Дед Мороз, ребят. Тяжеленький такой. Так, о, флешка Кингстон на 64 гига. Вот это имба сразу на карман, ребят. Так, а вот это что за кошелечек такой? Имбовые визитницы Тинькофф с подорожником, прикинь. С картой, я смотрю, Тинькова и подорожником. На нем деньги могут лежать, это от питерского метро карта. Так, ребят, ну имбовые выносы прям. Вот тут, возможно, есть очки. Чехольчик так-то. А, не, пустой, но полароид. Какие-то вот эти вот, я не знаю, береги свое море. Дом там, где ты. Нифига себе. Прикольные стикеры. Вообще имба.
Так, вот тут что? О, ручку можно взять. Так, вот пакет еще со шмотками, ребятки. Вот, вот тут что-то еще вынос. О, я вижу штанишки. Угу. А, это костюм. Спортивки толстые, как раз сейчас на зиму носить. Костюм, ребят, и толстовка тоже. Это вот по помоечкам лазить, это в стирку. Надо стирать будет. Так, еще толстовочка тоже вот пойдет для помоечек. На зиму я, ребятки, запасаюсь. У меня просто Питер приехал, тут что-то вообще нифига нету. Так, а писюны тут будут, вот эти женские? Тоже можно взять. О, нифига, очки для плавания. Я смотрю, тут кожаный ремень. О, что это за бренд такой? Как будто что-то знакомое. Тут значок такой знакомый. Это что-то на Ха. Хендерсон, ребят. Кожаный ремень от бренда Хендерсон. Вот столько новый стоит. Он в отличном, в принципе, состоянии. Да, что кожа будет? Он, блин, этот ремень нас всех переживет. О, одноразки. Нифига себе. Нормально так. Штучки, три штучки. Ребят, три одноразочки неплохих таких. О, о, смотри. Вообще смотрю. Хорошие одноразочки вака. Ну и по 20 рублей же их продаю. Че? Вака-ка-ка-ка. Одноразочка вака-ка-ка. О, еще! Еще ваки две. Нифига, это же из той серии. Вот еще. Да? Походу еще. Нифига тут сколько одноразочек. А ну. Или это не одноразки? А, какие-то краски. Что это такое? Краски, короче. Так, ну нифига себе. 40, 50, 60, 70, 80. Вот на 100 рублей одноразок нашел. Че у тебя тут? Токарди, кеды? Ну да, они убитые. Вот тут что-то есть в коробке. Вау. О, че техники, я смотрю. Нифига. Проводочек. Так, это не надо. Блин. Что-то проводки, блоки такие шляпные, старые вот эти. О, это что? А, это ручка для чернил. Ну, знаешь, макать вот это вот новое. Но никакой техники нет. Вот еще мелки, какие-то подольские товары для художников. Мелки. Ну, блин, никакой техники. Ну, че вы? Че вы поскупились-то? Смотри, какие-то заколка, брошь, булавка с какими-то кулончиками. Такая мелочь, но приятно, так скажем. О, вот это что такое? Это Sailor Moon, типа. Sailor Moon? Да. А ну давай ты включи. Типа это. Поколдуй. Лунная призма, дай мне силу или что-нибудь такое. Лунная помоечка, дай мне находок, да? Колдуй находки. Так, ребят, ну заценивайте багажник, он тут просто огромный. Это же минивэн, три ряда сидений. Я все сидушки сзади снял, кроме вот этой одной. Тут ряд был, и тут еще одна. И в итоге грузить можно просто, ну вот, весь маршрут. Не надо будет ездить в гараж, скидывать находки, как на скутере, плюс похолодало. И, короче, грузиться можно вообще в тотал. Места очень много. То есть за 250 тысяч эту машину взял. Да за эти бабки это просто имба. Имба имбейшая вообще. Очень много места. И плюс на крыше багажник. Можно какие-то диваны ввозить, шкафы, всякую такую мебель. Вообще, тачка имба, ребята. Сейчас едем дальше. О, кстати, это же... Это моя карта. Я ее проебал, блядь. О, резинка с педали. Валяется тоже. Блин, надеюсь, хотя бы тут повезет. А то что-то вообще все грустно. Вон там сумка доставщика, я уже вижу. Сумка доставщика. О, сумка доставщика. Вот это интересно. Вот это надо. Вау. Что за доставка? Ну, знаешь, ее можно взять. Она, в принципе, целая. Внутри домик для мышки. Прям так и заберем. Ну что, прикольная сумка. Может, ее кто-то купит. Ее, я думаю, за пару соток продать получится. Найк? Не, это не Найк, это шляпа с рынка. Шляпа с рынка, люди какие-нибудь заберут. Ты для них чисто с бака достала? Да, для людей. Обалдеть, ты добрая душа. Ну что, ребятушечки, очередная кормилица. Машина очень вместительная. Хочется уже забить ее полностью находками. О, это тумба для телека, но с нее скрутили металлические вот эти вот штуки. С нее взять-то, по сути, нечего, кроме вот этих вот штук на болтах. Ну, нафиг они нужны. Может, кому нас заберут? О, а вот это пахнет уже.
Ой, на сам с хаты, так, детские. На питерскую погоду сапоги. Вот, допустим, продать можно за 100 рублей. О, у тебя тяги. Нифига, как новые. Твой да, размер? Да, а, тут вот, пятки. 37. Будут а натирать. Это как называется? Это называется... Отравление, кишечная палочка. Да, можешь попробовать. Ну, блин, я могу. Ну, ты сама решай, твоя жизнь как бы. Либо сегодня умрешь, либо... Ты попробуй сыграть в русскую рулетку. Нормально? Да, вкусно. Ну, хавай тогда. Приятного аппетита. Всем спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Всем ставьте лайки, ребят. Ну, вкусно. Да, всем, кто пьет чай, приятного аппетита сейчас. Собственно. Да, вкусно. По вкусу вкусно или по сути? И по сути, и по вкусу. Угу, отлично. А вот так будет вкусно? Дынечки не хочешь? О, о, монитор! О! Нифига, рюкзачки с зайчиками, держи. Они новые. Монитор деду надо с переходником на HDMI. Ну, такой HP квадратик. Ну, пойдет, его за 1000 рублей продать можно. В комплекте вот VGA с переходником на HDMI. Нормал, да, киплаки-плаки. 1000 рублей, считай, нашли. Интересно. А, Samsung Odyssey новый, Моник взяли. А что ты их кинул? Они же запачкаются. Или они плохие? Они новые? Не, это зайцы, конфеты внутри, они новые. Давай, берем. Зайцы крутые, это зайцы-рюкзаки. Конфеты схавали, а зайцев выкинули. Имбовая кормилица. О, там уже вынос. О, нифига себе, куколка, нифига. Да и, не, она обрисована, ее не купят. Ну, это битая шляпа. О, что это? Похоже на кое-что женское. А это тушь. Прикинь? Да, технику и вещи на рынок. Продаем там вот это. Там он недавно компьютер, ноутбук был выставлен, и там вот здесь вот. Ну, уже забрали по-любому. Да, люди бывают выкидывают. Я думаю, может, собачкам этим, которые питомники эти, потому что магазины Dixie столько мяса, столько молока выставляют, столько сметаны выставляют, угу. Например. Ну не пойму, удача сегодня на моей стороне или нет. Ну, бабушка классная какая, адекватная. А то бывает, подходят всякие вот это и затирают какую-то дичь. Чего вы тут делаете? Зачем роетесь? Идите, работайте там вот это все. Да. Кстати, Ир, это реально... Вот, ребят, напишите в комментариях, неужели это обычный для этих, блядь, ресниц хуйня? Вот ты, как женщина, что скажешь? Да это в форме вот специально, ну, в форме типа вибратора сделан. Ну, это стиль такой. Это стиль, да это не просто стиль. Его использовали по назначению. Вот кусочек беленького. Лашес. Лаштес хуейс. Это... Ну, можно использовать так и так. Так вот именно, это два в одном. Это замаскировано под это. Вот смотри, оно сухое даже. А не... Можно это наслюнявить и будет писать снова. Это лайфхаки. Ага, наслюнявить и вставить, ну, куда да. надо. Это тоже можно сделать. Ну ладно, возьмем на барахолку, я думаю, женщины поймут, для чего женщины это и купят. Сразу увидят и накинутся. Ну пошли на помойку. У тебя же канал на Ютубе есть. Ссылка где? В описании. Я понял. Сегодня я, ребятки, снова с Ириной. У нее канал на Ютубе есть. Подъехали к первой помойке. Предыдущую помойку уже прошлую заглянули. Она что-то была пустая. На 300 рублей, говорю, шубка из секонд-хенда. А стиль этот как называется? Стиль? Вот этот вот. Ну, это вот такой спортшик называется. Лакшери. Коробка какая-то. О, Ир, это тебе. По-любому о, твой. Да, да, смотри, 39, у меня 36. Ну, подумаешь, 6-9 одно и то же. Может, померяешь? Да, я думаю, что стоит выйти из своих кроссовочек. Как будто кроссовки не так подходят хорошо под твой образ. Да, мне кажется, так все-таки более выглядит. Полное перевоплощение, так скажем. Это мы отставим в сторону. О, еба. Это шикарно. Я думаю, слушай, под теплый носок ничего, что они большие, ну, подойдет. Тогда, вот, смотри.
смотри, с носочком охуительно. Вот эти сочетания цветов просто это имба. О. Так что помойка дарит вечерние луки. Вот такие. Золотые даже каблуки. А ну дай. На ну-ка. Ай, блядь. Нифига, ну крепкая. Так да, получается, это очень, ну, долговечно. Держи тогда, испытания прошли. Испытания пройдены. Оу, е, сытнейшая буреночка. Оу, е, беби. Так он подзалутывает, он конкурент. А у него пропуска к мусорным бакам-то по-любому нету. Хотя не, его профессия ему разрешает в баках рыться, поэтому можно это простить. Здравствуйте. Здравствуйте. Что за резина? Ой, ребят, помянем кормилицу. Сгорело. Это скелет от кормилицы, остатки. Жесть. Что там, мадемуазель, по находкам? О, это мерная чашечка. О, о, спрей для рук, антисептик. Еще мыльнорыльные какие-то, тающий мусс. Лагуна, ё. Ты знаешь, что Айс, это? Айс Лагуна, это вкусно, это, наверное, запах мяты или что-то. Так давай забирать. Да. Ирина радуется, мыльнорыльная. Да, смотри, конечно. Еще с клюквой какой-то, ягодное скраб. Настроение. Держи. Давай, короче, набираем. Вот еще какой-то мыльнорыльный тюбичек. Вот. Как ты это делаешь? Вот еще лосьон. Считай, мы бесплатно сходили в магазин косметики. Да, это стоит 1005, мне кажется. Да. Все, закрывай. Упаковка, чек. Оу-е, бейби. Ребят, я переезжаю в огромный гараж вот в Питере, и мне как раз туда надо дно от душевой кабины. Оно вроде целое, но какое-то маленькое. Мне нужно формы квадратной. Нифига тут сколько днищ от душевых кабин, я смотрю, там валяется. А, там еще одно днище есть, но тоже формы не той, что мне надо. Видишь, это полукруг форма, а мне квадрат надо. Тут нифига, тут, кстати, этим помыли баки напором воды. Вот это респект, да, ухаживаю за помоечками. Помоечную жижу всю вымыли здесь. Не, ну слушай, тут на две стирки. Я заберу, сэкономлю чуть-чуть. Ну тут вообще так посыпем, чтобы помоечки не воняли. Угу. Как бы, был бы там когда-то он, но его уже нету. А что это за iPhone, кстати? Это 11. Вот тебе жижка. О, жижка вот для вейпа. Айкос. Нифига топовый. Электронка. Рабочий. На, о, шкудишечка. Неплохо так она там залуталась, ребят. Все мне дает. А? Не, берите. Нам не надо. Еще жижка. О, жижка еще для вейпа. Это бруска, ребят, виноградные леденцы. Это подик, это чарон. Это чарончик, чарон беби, черненький такой. Ребят, подик, жижка. О, это не надо. Нифига себе, подик нашла. Вот это имба находочка. Да блин, не подойти, не посмотреть, что у тебя там. Тихо, мне жвачки. Ты жвачки собираешь? Ловыс? Я люблю. Кстати, вот. О, а вот это старый, кстати, Айкос. Такие часто выкидывают. Вот, ребят, новый уже топовый Айкос. Кстати, мне по сути купить эти чисто, ну, стики и все. Ну, сейчас я, кстати, кроме подика ничего не курю. Это зарядка, это не надо. Чупа-чупс нашла пососать. О, тройничок. Кормилица вот такая вот тут у нас. Ира, как на показе мод. Платье, кстати, с помойки у меня вот это. Платье с помойки, да, я помню, мы же вместе находили его. Топовое. Угу. Настя. Нифига, тут какая-то штука, это столешница. О, кусочек ноутбука. А, вон от него все запчасти в пакете. Не, ну это надо запрыгивать. Ребят. Ай, блядь, ебать нахуй, я испугался. Так это с сервисного центра выкинули кучу клавиатур различных. Прям очень много всякого. Тут еще вот батарея есть. Клавиатур очень много от ноутов, ребят. Ну где-то без кнопок, но можно их забрать на запчасти, ребят. Нифига, целый пакет. О, 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 еще всякие эти корпуса от ноутов, ребят. Правда, от древних. Вот такой экран битый. Но это, наверное, никому не надо. На барахолке, может, заберут. Вот, возможно, купят это все.
Вот, допустим, охлаждение, радиаторы тоже можно взять. Вот такая штука. Не знаю, что это. Возьмем. О, это для монитора. Крышка от ноутбука. Ну, короче, вот эти пару пакетов я цепану на запчасти. Чё. Да, оно тяжелое. Опа. Штребухтоп. Вау, штребухтоп, ребят, реально. Ставьте лайки. Чё, забираем вот это вот? Не-не, я понесу. А ты никогда не задумывался, сколько тебе нужно денег для счастливой жизни? Я думаю, чем больше, тем лучше. Тем более, миллионером в этой жизни стать можно только лишь выиграв лотереи. Но это типа вообще почти никак. А миллионером за год можно стать, кликнув на вот этот ролик. Там мой друг подробно расскажет о методике, с помощью которой он зарабатывает от 3 до 10 тысяч рублей в день на секретной программе. Так что кликай и поторопись, потому что кто знает, может эта прога завтра работать перестанет, а ты так и не успеешь забрать свои деньги. Не жди чуда, действуй, кликай прямо вот сюда.